Вот мне просто интересно, одна ли я такая девочка, или у многих есть Ай, такая фигня. Я вы заметила за все собой то, девочки. что если мальчик как-то будет мямлить, как-то будет бояться меня взять за руку, меня поцеловать, то мы в жизни не возьмемся за руку и никогда в жизни не поцелуемся, потому что если он ко мне будет вот так вот медленно лезть, или как-то медленно вот так вот брать руку, я вот так вот сделаю, скажу: ты куда полез, молодой? Еще рано, еще молоко на губах не обсохло, чтобы меня трогать. И я понимаю то, что я с мальчиком могу пойти на контакт, да вот, вот так возьмет, и все, и я мякнуть не смогу. Я не успею просто, у меня выбора не будет. Я такая: ладно, уверенно взял, окей, потом я привыкну к этому. Или когда уверенно, просто я даже не успела моргнуть, я даже не успела подумать о том, что мне хочет поцеловать, он просто берется вот такой: окей, и отказать не вариант, и не мямлит вроде бы. Ох, ребята, всем привет, Саныч на связи. Ох уж эти женские хотелки и желания, эмоции. Да? Вот как можно предугадать вот это то, что она сейчас описала? Да, вот я хочу вот так вот, да, чтобы он мэк, и я мэкнуть не успела, да, ничего сказать. Боже мой, ты понимаешь, что это вообще уголовно наказуемо, да, когда вы, нет, когда вы уже там в отношениях, возможно, когда вы уже там настолько друг к другу прониклись, да, там, он немножко тебя знает, да, он знает, как тебя брать, так скажем, да, уже, в принципе, вы друг, принюхались, притерлись, да, но когда, допустим, вы там на первом свидании, или он только подходит к тебе познакомиться, да, и он должен предугадать это, хоп, тебя и все в охапку, да, а ты на него заяву сразу же, да. А чтобы неповадно было. Нет, мне это нравится, но тем не менее он повел себя по-хамски. Я 100% уверен, что так и было бы. Ребят, ну что вот это вот такое, а?